Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально пару минут назад появилась практически беспроигрышная рулетка, которую выложили разработчики. Рулетка на мистические контейнеры. Почему говорю практически беспроигрышная? Потому что не факт, что вам из этой рулетки выпадут контейнеры, из которых вам упадет какая-нибудь классная тачка, которую вы давно хотели. Возможно, упадет какой-нибудь низкоуровневый танчик, а возможно, машина, которая у вас была. И, короче говоря, вот в этой вот рулеточке самая главная награда — это мистический сертификатик. Из него, соответственно, вам выпадет однозначно какая-то машина. Вопрос только в том, какая тачка вам упадет и во что вам это все дело обойдется. Суммарно 27 контейнеров, по моим подсчетам, плюс мистический сертификат. Если говорить о ценнике рулетки, то суммарно имеем 16 прокрутов, и если вы полностью всю вот эту вот рулеточку прокрутите, то потратите 17 987. Я собираюсь немножко покрутить данную рулетку на основном аккаунте. Понятное дело, моя цель — это мистический сертификат, из которого может выпасть одна из тачек. И что меня радует сейчас в мистических сертификатах, так это то, что если вдруг у вас упадет какая-нибудь коллекционка, то вам за нее автоматически придет компенсация голдой за премиумные машины серебром. Ну, в принципе, как оно и должно было быть, как оно всегда и было. Я говорю к чему? Говорю к тому, что нет необходимости, открывая мистический сертификат, перед этим продавать какие-то наугад 5 коллекционных машин для того, чтобы точно получить именно голду. Потому что раньше делали именно так. Продавали коллекционку, получали за нее золото, открывали мистик, ну и потом, соответственно, забирали назад за голду, за которую продали данную тачку. Короче говоря, планирую немножечко покрутить, по планам уйти недалеко в минус, будем смотреть по результативности выпадения. Может быть, прокрутим до 30 тысяч, я имею в виду, опустимся с 36-117, которые есть на счету, до 30 тысяч голды в копилке. Пока для меня вот это является пределом, а там дальше будем смотреть, что будет выпадать и в каком количестве. Ну что, начинаем первый прокрут, и с первого прокрута нам падает мистический сертификат. Давай, давай мистический сертификат мне, пожалуйста, давай. Ну, класс, блин, один контейнер первого уровня. Ладно, открываем один контейнер, и оттуда нам выпадает, скорее всего, свободка и ничего интересного. Ну, понятное дело, талисман на контейнер второго уровня. Посмотрим сейчас, сколько у меня их суммарно. 7 штук, значит, не хватает 8 для того, чтобы открыть мистический контейнер второго уровня. Там, где, напомню, шанс выпадения 10%, в 2 раза выше, чем в контейнере первого уровня. Итак, следующий прокрут наш, и со следующего прокрута нам выпадает... Блин, ну давай, опять, ёкарный ты бабай, опять первого уровня. Ладно, пусть полежит пока в хранилище, откроем еще, чтобы потом еще несколько вместе открыть, а не по одному вот так вот дергаться. Стоит, кстати, отметить, что здесь есть еще контейнеры второго уровня, один контейнер, и, секундочку, открываем. Что тут у нас? Давай, давай мне... Еще один талисман только дали. Все, больше ничего интересного. Открываем следующий. У нас суммарно получается, сейчас мы открываем 5 контейнеров. Мистический сертификат! Мистический сертификат! Открываем, смотрим. Там должна быть тачка, которой у меня нет, и желательно десятка. Давай. Нет, блин, пятерка, рам 2. Ну, слушайте, в целом, пока нормально. Почему? Потому что рам 2 у меня не было. Я собираю машины на основе для того, чтобы снимать обзоры. В принципе, окей, нормально, хорошо. Пока я доволен, потом посмотрим, во сколько это обошлось по голде. Открываем следующий. Ну, жалко, конечно, что не десятка. Еще один мистический талисман на контейнер следующего уровня. И давай. Давай еще один мистик мне кинешь, нет? Нет, 100 голды. Ну ладно, хорошо, 100 голды лучше, чем 0. Открываем еще один контейнер, ребят. Открываем еще один контейнер, и здесь еще 100 голды. Вау, я прям в плюс иду, в бешеный. Так, с 35, 327, было 36, 117. Ну, грубо говоря, получается за 1000... Даже там меньше, да, получается. Я получил рам 2. Пока я доволен, потому что машину продавали дороже, по-моему, за 2 или за 2,5 в составе набора. Короче, окей, меня пока устраивает. Крутим. Крутим дальше, и что нам выпадает? Давай 2 контейнера... Нет. Я хотел 2 контейнера второго уровня. Смотрим, что в этом. Ну, явно здесь ничего сейчас не будет интересного. Еще один талисман, ненужный мне аватар. И того не хватает 2 еще талисманов для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. Второго уровня суммарно 3 контейнера в рулетке. 1 контейнер и 2 контейнера в наборе. Ну, давай. Давай, 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 давай. Да что ж такое-то? Ну, почему так происходит? Почему по одному дает?
Ничего не получилось. Жаль, очень жаль. Едем дальше, крутимся, вертимся и пытаемся что-нибудь отсюда забрать. Я хочу машину, которой у меня нет. Я знаю, что я ее сегодня получу, однозначно получу. Но не может быть такого, что я сливаюсь в минус постоянно, блин, во всех контейнерах. Это говно какое-то получается. Так, окей, хорошо, открываем контейнер второго уровня. Что там? Давай машину мне. Ну реально, серьезно, 4000 свободки, блин. Ну жесть, и плюс еще сертификат на сколько там, на 200, блин. Ё-моё. Ай. Все, талисман еще один, какая прелесть. Ладно, хорошо. Едем дальше, или не едем, что делать, ладно, едем, ребят, только для вас, поставьте, пожалуйста, лайк данному видео, напишите комментарий в поддержку данного видоса и канала, сливаюсь для вас, для того, чтобы показать вам, что с этого может получиться, и сливаю кровную голду, которую собираю точно так же, как и вы, просмотрами реклам каждый день, по 50 голды, блин, в копилку добавляю постоянно. Ну, открываем. Нет, давайте пару штук, короче, ладно. Откроем потом вместе с копом, опять-таки, мало ли, может от этого фарт как-то улучшится. Мол, типа, если много контейнеров сразу в хранилище забросил, то, соответственно, откроешь и больше шансы как-то, я не знаю. Хотя, навряд ли, конечно, но все же. Так, 990, если сейчас я отдам 990 за один, я охренеть. Ну почему, блин, может мне не каркать, я не знаю, может говорить что-то другое. Все, вот сейчас я открываю, короче, и 100% я сейчас забираю мистический сертификат, однозначно. Да ни хрена я, короче, не забираю, неправильно я начал говорить. Опять один, ё-моё. Блин, да жестяк какой-то, серьезно. Что там у нас получается в хранилище? Какое количество? Я уже слился, просто не могу, блин. 29 с копейками, ушел ниже 30. Планировал на 30 остановиться. Давай, раздупляйся быстрее. Планировал остановиться до 30 тысяч, но там последний прокрут занял буквально какую-то галиму. И поэтому, в принципе, решил еще раз все-таки открыть. Ну, где он? А, блин, стоп, секунду. Так. Че мне глючит, я понять не могу. Разное, все, точно, разное. В разном у нас лежит 7 мистиков. 7 мистиков первого уровня. Поехали. Сейчас точно должен быть мистик, однозначно. Однозначно должен быть мистик, и там хотя бы какая-нибудь восьмерка, чтобы свои, грубо говоря, практически там 6000 чуть больше, я не зря слил. Давай. Ну, пожалуйста. Я тебя прошу, блин, скотина ты, 2 осталось. Ну откройся! Ну давай! Падла! Так, секунду. Надо выдохнуть, ребят, немножко. Надо выдохнуть и немножечко подумать. Я не хочу больше открывать, точнее, не так. Я понимаю, что там есть мистический сертификат и что, в принципе, за какую-нибудь там десятку. Ладно, давайте еще раз. Посмотрим, что тут у нас. Есть, в принципе, 5-контейнеровая ячейка. Ну, поехали. Фиг с ним. Все. Поехали. Азарт, зараза, страшное дело. Но пока как-то я не сильно доволен. Серьезно, я пока не вижу абсолютно ничего такого. Вот то, что меня сейчас порадовало. Я реально, блин, 7 косарей с копейками слил. 7 косарей с копейками и отдал за RAM-2 это все. В жизни бы RAM-2 не купил с такие бабки. Поехали. Все, короче, идем ва-банк. Мне надоело, я психую, у меня нервов не хватает. Я хочу все-таки, блин, показать всю правду про эту рулетку. Насколько она беспроигрышная. Нифига она, короче, не беспроигрышная. Да, контейнеры выпадают, но из них, блин, это просто чума какая-то. Талисман, блин, еще какая-то срань. Просто капец. Ну дай, мистический, ну пожалуйста, ну будь ты человеком, игра ты, блин. Ребята, разработчики, сделайте что-то с моим аккаунтом. Я не могу больше открывать контейнеры, блин, из которых вообще ничего не выпадает. Просто ничего не выпадает, блин. Ну хоть с этого-то 10% шанс. 10%, пожалуйста, 10%.
Где эти 10%, блин? Куда они делись? Я в шоке, короче, блин. Я тупо, короче... Я всегда говорил, что если начинаешь крутить рулетку, ты должен остановиться либо на третьем прокруте, либо уже идти ва-банк и идти до конца. Еще два контейнера второго уровня. 20% шанс, типа, да, или как там. Ну хорошо, 2 по 10%. Ну дай ты... Ну хоть с этого дай, с последнего, дай хоть два мистика тогда забрать. Мистик! Есть! Есть мистик, слава богу. Смотрим, что у нас. Но... Есть! Объект 452К. Да, девятка, не десятка, но у меня в коллекции этой тачки нет. А что это такое? Открыть за один серебряный. Открыть. Ваш запрос на покупку обрабатывается. Дождитесь начисления. Ну окей, хорошо, ждем. Ждем. Что я... А что я покупаю? Что я покупаю? Я пока купил себе объекта. В принципе, за деньги, которые выше, чем он стоит. Ну, серьезно. Ничего, короче, я не понял, что произошло и что это было. Мистический. Ну, и что? А где? Ну, давай, что? Я какого хрена крутил всю эту рулетку? Чтобы что? Чтобы потом отдать один серебряный, чтобы не забрать мистик? Ладно, еще раз заходим. Что у нас здесь? Охренеть не встать! Просто охренеть не встать. То есть, получается, я сейчас крутил рулетку для чего, блин? А если крутнуть, интересно, что получится? Блин, я даже не знаю, ребят, что делать, серьезно. Я не понимаю, я должен был сейчас получить мистический сертификат за последний прокрут. Ну, а если крутнуть? Ну? И чё? Блин, охренеть, 3 контейнера купил сейчас, блин, непонятно зачем. Я вообще ничего не понимаю, серьезно. Ладно, хорошо, давайте откроем эти долбанные еще контейнеры, блин, и что, блин? Ну? Ну здесь тогда хотя бы мистик мне дайте, я не знаю. Ну я в шоке, реально, вот просто, у меня сейчас нет слов, я, блин, я сейчас жалею о том, что я дал слово никогда на канале не материться и поставил это, как правило, для всех и для себя в первую очередь. Это просто шизофрения, реально. Вот, я не знаю, блин, как это по-другому назвать. Шиза, блин, чума, бред, глюк. Что это было? Я за последний прокрут не забрал мистический сертификат. Я к этому, блин, я потратил все, блин, чтобы к нему дойти. И в итоге получил шиш. Причем большой и с маслом. Ладно, 330 как раз для ровного счета до 18, короче, спускаюсь, блин, и ладно, на этом, короче, буду останавливаться. Больше крутить не буду, ну его в баню. Просто капец какой-то, блин, за что? За что я отдал голду, блин? За объекта 452К, ну хорошо, прикольная машина, она мне нравилась, когда ее тестил, но, блин, ну не за 18 кусков. В голом состоянии. Ему цена 18 кусков, я не знаю, в каком жирном наборе должен быть этот танк. Короче, ребят, я нифига не понял, пишите свое мнение в комментариях, вроде бы с одной стороны мне и машина выпала, а с другой стороны я отдал за нее 18-117 в голом состоянии, да, вместе в комплекте с RAM 2 и все. Вот такая вот рулетка, ребят, я лично считаю, что это глючная рулетка, особенно с учетом того, что последний мистик мне не достался. Может, я зря нажал эту какую-то прибацанную кнопку, и не надо было этого делать, но вот как получилось, так получилось. Будьте готовы, это все, что я могу сказать. Если вы за честность автора, если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в этой игре, без расхваливания того, что не надо расхваливать, подписывайтесь на канал прямо сейчас. И, кстати, ребят, завтра стартует интересное игровое событие. И если вы хотите это игровое событие разжевать, так сказать, вместе со мной, узнать, что оттуда можно будет получить, то обязательно жмите на колокольчик, завтра видос выйдет, я все вам расскажу и кое-что там еще интересное в видео вместе с вами сделаем. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья, мира, ну и, блин, по результатам данного видео уж точно однозначно спокойствия. Пока-пока. Итак, друзья мои, первый раз такое делаю, дозаписываю часть видео, и это действительно очень важно. Почему? Потому что, как оказалось, ребят, после того, как я вышел из этой рулетки,
когда я ее прокручивал уже во второй раз после вот этого вот глюка, которого я не понял абсолютно, я обратил внимание, что у меня в разделе «Разное» появился мистический сертификат. То есть, получается, тот последний прокрут, который я сделал, он состоялся, просто этот мистический сертификат, он упал мне в хранилище. Ну, вот я не знаю, как это произошло, но так или иначе, есть шанс сейчас, что мне выпадет тачка какая-то, либо компенсирует мне голду, либо пополнит мою коллекцию. Я очень надеюсь, что если все-таки выпадение, будет, извините, я немножко на нервах, действительно так вот сильно меня труханула вся эта ситуация. Я очень сильно надеюсь, что сейчас с этого получится что-то годное. Давайте будем открывать и подержите, пожалуйста, пальцы крестиком вместе со мной. Ну, давай, какую-нибудь нормальную тачку мне или хотя бы компенсацию. Идите в задницу, вот просто, прямым шагом. Вот прям вот шагая широкими 10-метровыми шагами. Все, короче, ребят, не знаю, сейчас пойду попью какого-нибудь чайку, валидола, карвалола, и побегу специально для вас снимать видео про танки, которые вышли сейчас на продажу. И надеюсь, что к тому моменту мое настроение немножко изменится, или я немножко подуспокоюсь. Спасибо вам большое за просмотр. Еще раз напоминаю о том, что завтра будет интересное игровое событие, поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить эту новость от меня и полный ее разбор. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.